Всем-всем огромный привет! Я сегодня забрала свой заказ в компании Faberlic по 8-му каталогу. Каталог выглядел вот так. И давайте покажу, что же заказала себе я и мои подружки. Хорошее предложение было вот на эту линейку Lancelot. Шампунь для волос, это мужской, и гель для душа, и для волос и тела. Гель для душа, для волос и тела, тоже мужской. Предлагалась эта пара всего за 199 рублей. Очень выгодное предложение. У меня подруга его себе взяла, этот наборчик. У меня у мамы скопилось много бальзамов, а шампуней мало. Поэтому она решила докупить еще один шампунь, чтобы была гармония в количестве. Этот шампунь для жирных, склонных к жирности волос. Здоровый баланс, и входит экстракт клюквы. Он ей очень нравится, постоянно пользуется либо вот этой парой от BioArctic, либо из зеленой серии там для ломких волос. Ей нравится она. То тот, то этот чередует. Тоже было неплохое предложение. Воспользовалась им моя сестренка у Ботаники Faberlic. Предлагался тоник для лица и гель для умывания по хорошей цене, если берете сразу два. Она взяла. И я думаю, что это будет хорошая линейка, потому что вот до этого была этноботаника, была хорошая. Я думаю, она ей вторит. Идентичная. У нас сегодня зацвела черемуха. Я поэтому нарвала несколько веточек, чтобы вас тоже порадовать ее зеленью и красотой. Я знаю, что смотрят девочки из севера. И для них это вот привет от нас, зеленый привет. Дальше, ну, естественно, мыло и я неразделимы. Я взяла еще один кусочек мыла, не потому что мне не хватает для полного счастья этого кусочка. Хотя, вы знаете, наверное, не хватает, потому что от бьюти-кафе у меня только этого и не было. И поэтому я его и взяла. Все-таки, наверное, для полного счастья мне его не хватало. Тушь. Очень хорошее было предложение на новинке. Сейчас я вам это предложение покажу. В общем, если берете две туши, тут с разных страниц, каждая будет по 169. У меня подруга взяла себе вот такую синюю, а я себе взяла вот такую зеленую. Обещают объем ресниц. Искусство объема, да, называется. В ней 10 мл. Щетки одинаковые. И только цвет должен отличаться. Вот так они выглядят обе. Зеркалят немножко. И мы с вами сейчас обе откроем, посмотрим. Потому что мне подруга разрешила. И я своей буду пользоваться сейчас. И она хочет свою использовать сразу, пока лето. Никуда откладывать мы с ней не будем. Поэтому первую смотрим. Артикул. Так, так, так. 5508. Это тушь подруги. Вот она такая синяя. Продукта тут много. Очень красиво смотрится. И сейчас вторую посмотрим. Она так хорошо закрывается до щелчка. Так что, Ларис, красивая тушь. Надеюсь, будет и на ресничках хорошо. И вторую смотрим. Так, 5507. Это получается уже моя. Очень мне хочется такой сочно-зеленый цвет, ближе к хаке. В самом каталоге очень понравился цвет. Прям не терпится. Она не открывается. Все, оторвала я эти бирки. Видите, как разодрала. Ну, свое можно. Ну, давайте смотрим. Ой, какая она интересная. Правда, хаки. Надеюсь, объем будет давать моим крошечным ресничкам. Вот так смотрится. Давайте мазнем. Ну, завтра я ее нанесу на глаза, потому что я хотела примерно вот такую, чтобы она была не ядрено-зеленая, как зелень,
А вот такая вот прям вот, ну, в общем, как и хотела, такая и приехала. Завтра воспользуюсь, будет интересно, как она будет смотреться на глазках. Еще одна новинка — это помада. Помад у меня в заказе получилось 3. Одну я заказала себе, и 2 заказала себе моя мама. Так, вот так они смотрятся. Мы с ней взяли одинаковые оттенки 44-110. Одну уже открыли. И давайте я вам покажу 44-110. Оттенки мы брали... Я смотрела обзор у Викули Попридухиной. Если смотришь меня, Викуль, огромный тебе привет. Единственное, что на Вике мне понравились помады очень. У нее свои губы с хорошим пигментом. И на ней каждая помада смотрелась очень красиво. На мне смотрится совсем не так, как на ней. В общем, первый оттенок 44-10 вот этот. Дизайнерский лиловый. А второй я вам покажу вот этот. 44-107. Стильный амарант. Вот так называется. Вот так вот оба. Первый и второй. Ну, давайте дизайнерский лиловый начнем. Вот так смотрится он в стике. Помада мне чем понравилась, что она фиксируется. Ее открываешь и вот... Слышите? Вот. Она несколько раз фиксируется. Раз. 2, 3, 4. Представляете? Классно. Давайте посмотрим. Вот, в одно касание. На мне она прямо яркая-яркая. Ну, больше 2 даже смысла нет. Похоже на полуматовую, потому что чуть-чуть есть вот такое свечение. Плотно-плотно ложится. Сама помада неплохая. На губах вообще ее почти не чувствуешь. Ну и насыщенный, очень насыщенный цвет. На руке она чуть светлее, у меня на губах она вот... Вот видите, у меня какой темный, темная водолазка. Помада на мне еще темнее смотрится. Так, это первая. И вторая 44-107. Давайте посмотрим. Они чем-то похожи между собой, но в итоге разные. Также она... Видите, с фиксатором идет. Это очень классно. И вторую также вот одно касание. И 2 раза. Есть схожесть, но вторая светлее. Чуть-чуть посветлее. Вот так они обе смотрятся. На губах хорошо. Если подобрать свой оттенок, то я думаю... Можно остаться очень-очень даже довольной. И сейчас новая система баллов. Я так была рада, что новинки, которые совсем недавно появились в каталоге, уже можно взять по баллам. Чего я, собственно, и сделала. Очень хотела вот такую водичку. Но она из каталога в каталог либо идет по полной цене, либо идет со скидкой, но со вторым каким-то средством. В 8-м каталоге она шла вместе с кремом, с маслом, в общем, для тела. Но у меня столько масел и кремов, и баттеров для тела, что мне еще один это будет просто совсем лишний. А по баллам это просто роскошь, это здорово. Хочу отметить об этой водичке, что это как настоящий парфюм. Очень жалко, не стойкий, но вот такую водичку на все лето с огромным удовольствием буду пользоваться и в жару, и вокруг себя, и на себя, то есть... Супер аромат, очень вкусный, приятный, красивый аромат. Нравится. Ну и, конечно, пришел 9-й каталог. Кстати, пакетик в этот раз я уже не ошиблась, взяла себе пакетик. Тот, который хотела. Помните, я в прошлый раз набрала целую пачку огромных мешков белых, на которых написано красными буквами Faberlic. Но я их истратила, они у меня все почти на помойку ушли, когда я расхламлялась. А сейчас я взяла красивый за 8 рублей. С Валентином Юдашкиным там написана коллекция. Так, и вот пришел 9-й каталог. Тут будут новинки вот в молодежной серии. Ну, такие более летние, более яркие, более молодежные. И с этой стороны
идет как бы второй каталог. Так, где оно? А нет, только последняя страница. Да, вот последний. Дом Фаберлик, в общем, с этой стороны. Его совсем тут немножко. Вот и все. А дальше уже с этой полный каталог. Поэтому полистала, тоже хочется. Одно хочется, второе хочется. Ну ладно. Вот такой, в общем, был у меня заказ. Надеюсь, я была хоть в чем-то полезна. Показала те же самые свотчи, это тоже интересно. Посмотрели мы с вами, как выглядит тушь. Ну, а тестировать уже буду самостоятельно. Спасибо всем за внимание, просмотр. Всем до новых встреч и всем пока!